покуда он работает таким образом. Еще один ок, и последнего добивает тут же. Вторая игровая неделя Free Fire Pro League подарила нам ярчайший хайлайт. И сегодня мы снова увидим топ-5 лучших моментов. Пятое место. Игрок команды сборной Чир Тумца и его безумные киллы с двух векторов. За пару секунд он буквально выпотрошил команду eSports. Следующий в нашем списке – настоящий мастер аркады Грозный. Его ювелирное использование гранат и смертоносная стрельба не оставляют шансов для Bloods. Третье место. Симба из Invincible. Гранаты в его исполнении — это как отдельный вид искусства. Словно крылатая ракета, они настигают убегающих игроков команды UNNV. Второе место нашего топа бесспорно достается Грозному из eSports. В сложнейшей ситуации он в одиночку уничтожает целый отряд Stay Away. Не стоит злить этого парня, когда у него на руках два вектора. Ну и наконец, лучший момент этой недели. От одного из самых талантливых игроков СНГ региона. Классная позиция и граник в его руках делают из него настоящего терминатора в мире Free Fire. Stay Away Twister. Первое место. Конкуренция на турнире возрастает, а значит возрастает и количество крутейших хайлайтов. Поэтому не пропускай ни одного игрового дня. Увидимся на турнире.